И опять наша сладкая парочка Твикс с нашим малышом, как всегда, на пару. Да, писали о том, что собачка, маленький кутенок мешает пандочке. Да ничего подобного. Они всегда вместе, и спят они вместе. Я как-нибудь сделаю видео, сюжет, как они дружно обитают. Ну, вот так вот он бегает к ней, с ней вместе. Если бы ей было что-то некомфортно, она бы огрызалась и все остальное. Она ведет себя совершенно спокойно. Вот это наша сладкая парочка Твикс. Мои сладенькие две конфеточки. Две пипеточки. Давайте, давайте, ходите, гуляйте. Вот они на пару вышли. Ждут, когда их не время будет выгула. А как же? Давайте, сейчас как раз жара прошла, на улице чуть-чуть так прохладненько, свежо. Ну, ничего страшного. Все, все воздух. Воздух – это главное.